2209. Это может быть и выдуманная история, но такое может быть и по-настоящему. Я ничего не отрицаю девчонок, но девчонки должны быть на втором месте. Мы с тобой, брат, лучшие друзья. И вот мы собираемся с тобой пойти погулять. И вот такая шняга происходит, блять. Мне девчонка звонит и говорит: приходи ко мне домой, я забыл про тебя совсем. Мы пошел к ней, погулял у нее, переспал с ней, а за тебя совсем забыл. И вот через неделю я тебе звоню, рассказываю историю и говорю: прости, бро, ты меня простил, ты меня простил и сказал: давай завтра пойдем погуляем. Но такая шняга происходит опять. Я иду к тебе, куда в намеченное место, а тут девчонки идут с пары походу. Короче, одна мне говорит то, что хочет со мной петлять, а может даже замуж выйти, блять. Я ей купил цветов, а она мне заебала мозги. И вот два месяца спустя мы с ней расстались, бля. Я звоню тебе, а у тебя гудки, ты не берешь трубку. Но я подумал то, что ты обиделся, и звоню твоей маме, а мама говорит: его нет в живых, и плачет. А ну что я натворил? И подхожу к братве, а братва мне говорит то, что Дэна нет в живых. Его побили в ту субботу скинхеды, его отвезли в скорую помощь. Он рассказал и умер, блять, и просил тебе это, вот это передать. И теперь, бро, я над твоей могилой сижу и плачу, стою, дарю тебе цветы. Я забил на тёлок, я найду скинхедов и за тебя, бро, отомщу. Yeah.